Перспективы развития дорожного хозяйства обсудили в столице Кабардино-Балкарии. В Нальчике провели расширенное заседание Росавтодора. На мероприятии присутствовали представители Федерального дорожного агентства, главы регионов и руководители профильных ведомств. Принял участие в заседании губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края отметил, в регионе успешно продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За счет этого дорожная сеть Ставрополья находится в хорошем состоянии. Дорожная отрасль Ставропольского края достойно сегодня развивается. Она представлена нашими государственными ДРСУ. Я думаю, что люди в них настроены на работу. Объемы ежегодно растут. Поэтому я бы не сказал, что какая-то трудность в кадрах. Технику вот мы недавно купили. Наверное, самая большая трудность – это, знаете, успеть везде. В Арсгирском округе капитально ремонтируют 3-километровый участок магистрального водовода. Там уложат современные полиэтиленовые трубы, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Качество водоснабжения после ремонта улучшится сразу для нескольких населенных пунктов округа. Работы проведут за счет средств краевого бюджета. В Ипатово ремонтируют инфекционное отделение районной больницы. Здание меняет коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Также обновят полы, кровлю и фасад. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить ремонт планируют в конце осени. В Станице Бекешевской завершается капитальный ремонт Дома культуры. В прошлом году заменили кровлю, провели фасадные работы и обновили входную группу, сообщили в региональном министерстве культуры. Сейчас ДК ремонтирует внутренние помещения и меняет коммуникации. Работы проводят по национальному проекту «Культура». Сдать объект планируют к концу лета.